Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодняшняя задачка на внимательности. Казалось бы, одинаковые картинки, но у них много отличий. Я предлагаю нажать паузу и найти эти отличия. Нажимаем паузу, ищем. Безусловно, вы уже нашли все отличия. Давайте поищем вместе. Итак, облачко, улыбка на солнышке, хвостик у змея воздушного, шарик на башне, домик около башни, ножка у краба, полоски на шортах у мальчика, разные формы волны, бровка, кораблик, пупик, грабли, пятнышко у собачки, звездочка, флажок, прическа у мальчика, окошко на песочном замке, глазик у тетеньки, бретельки, ручка у термоса, звездочка на мячике, хвостик у рака, звезда. Итого мы нашли вместе с вами аж 23 отличия, казалось бы, одинаковых картин. Спасибо большое за внимание. Чис. Пока.